Добрый вечер. Вы ведь вообще, в принципе, вот, ну, по, есть такое слово, имидж, да, по имиджу рок-н-ролльщик. Ну, то есть, там, не знаю, вино, табак, женщины, волосы, косухи, вот все, как по подаче. Это откуда, из увлечения битлами или, в принципе, вот характер и натура? Как вам сказать, это свобода. Угу. Вот и все. А как вы относитесь, кстати, если про свободу говорить, к тезису? Существует такой тезис, что перестроечные журналисты и рок-музыка развалили Советский Союз. Вот эти два компонента. Ну, мы все знаем, кто развалил Советский Союз. Вот это знаю.